Галина Копейкина – учительница русского языка. Она работает в Видновской школе номер 2. Несколько лет назад женщина встала в очередь на получение квартиры. До этого жила в общежитии. Чтобы было время подготовить необходимые документы, о вручении ключей ее предупредили заранее. По словам Галины, на конференцию, как на праздник, она шла не только поэтому. У меня сегодня день рождения еще, и это самый такой главный подарок в моей жизни, можно так сказать. Один из самых главных подарков в моей жизни. Ну что, мне дали жилье. Вместе с Галиной Копейкиной свое жилье получили еще 7 работников образования. Новые квартиры вручали в актовом зале нового корпуса школы номер 2. Здание рассчитано на более чем 600 учеников и уже оснащено всем необходимым оборудованием. Второй корпус второй школы позволит ученикам забыть о второй смене. В результате грызть гранит науки станет намного удобнее, уверены в правительстве области. Дети начнут учиться в совершенно других условиях, комфортных, современных, получать знания другого уровня и получат доступ ко всем бытовым удобствам. Это и спортивные залы, и актовые залы, концертный зал и, само собой, столовая, оснащенная по самым последним условиям техники. Из уже построенных и действующих лучшими школами в 2015-2016 учебном году были признаны сразу две – Измайловская и школа совхоза имени Ленина. Назвали в управлении образования и отстающих. Это первая школа в Бутово и вторая в Видном, как раз та, которая принимала в этом году конференцию. Чуть снизили свои показатели выпускники прошлого учебного года на ЕГЭ. Но, как говорится, бывают у нас и какие-то сбои. Они зависят не только от учителя. Это обучение, образование, это обоюдный такой процесс. Чтобы контролировать этот процесс было удобнее родителям учеников, в районе активно внедряют электронный дневник и журнал. Эксперимент начался несколько лет назад. В наступающем учебном году документооборот без бумаги введут все без исключения образовательные учреждения Ленинского района. Татьяна Брылова, Алексей Пименов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.